В IT-школе-лицее чествовали ветеранов нефтяной отрасли. Мероприятие под названием «Мунай Уркинье Тымжимысы» прошло при поддержке Управления образования области и приурочено к 60-летию Мангистауской нефти. Первопроходцы в нефтегазодобывающей промышленности работали в сложнейших условиях, и мы благодарны им за их труд. Важно помнить и не терять связи между поколениями специалистов, быть сплоченными во все времена, отмечает директор школы. Основная тема запланированного нами сегодня мероприятия называется «Мунай Уркинье Тымжимысы». Наша главная цель здесь – привить молодому поколению знания и уважение к труду представителей старшего поколения, внесших свой вклад в независимость и экономику страны в первые годы становления Казахстана как независимого государства. Почетные гости сегодняшнего вечера – Кырымкулов Сагын Еркасулы и Мустафина Бахыт Искаковна. Эти люди своего рода родители наших учеников. Наши гости, рассказывая об успехах и недостатках первых лет развития экономики Казахстана, подняли и другие актуальные вопросы, такие как приобщение детей к труду, важность получения образования, ответственность при выборе профессии и рассказали о других тонкостях нефтяной сферы.